Да. Вы при мне вот оттянули. Чемодан посидел. Чемодан посидел. Давайте забираем вещи и выходим. Я прошу прощения, а на каком основании вообще происходит эти все действия? Все документы у вас есть? Можем посмотреть? Не, ну подождите, вот вы сейчас включаете свет. То есть могут журналисты понять, на каком основании? Вы же должны по инструкции приходить, да, с какими-то документами эти действия производить. А иначе это превышение власти служебных полномочий, уголовная ответственность ваша, а не вашего руководства. Я так понимаю? То есть 365-я статья же еще никто ее не отменял пока. То есть мы бы хотели познакомиться с документами. Да, журналистов. Давайте выходим. Давайте, выходим из торгового зала. То есть вы не хотите нам давать такие документы, да? Пришли два человека, которые не представились, ни распоряжения не предоставили, и начинают опечатывать здание Пакирова 2. Проволока. То есть вот они провели, и второй раз опять сюда вот так, и это сюда. Тогда ее не снимешь.